В Узбекистане ужесточили наказание за нарушение правил карантина. В частности, штраф за нахождение в общественных местах без маски увеличен с 1 до 5 базовых расчетных величин. Сегодня наша съемочная группа вместе с сотрудниками 2-го батальона 4-го отряда патрульно-постовой службы ГУВД города Ташкента посетила несколько некогда оживленных мест в Мирабадском районе столицы. Мы хотели убедиться, как жители города выполняют правила карантина. Ведь, как известно, средства массовой информации в течение нескольких дней в целях предотвращения заражения опасным для здоровья человека коронавирусом предупреждали наших граждан о начале карантина и что с 25 марта текущего года выходить на улицу граждане могут только за лекарствами и продовольственными товарами. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов объявляли об этом в густонаселенных районах города через громкоговорители, установленные на служебных автомобилях. Но все же сегодня в объектив нашей камеры попали несколько несознательных граждан, которые находились на улице без масок. Их попросили пройти в опорный пункт органов внутренних дел для беседы и составления соответствующего протокола. Пожалуйста, пройдите со мной до кабинета. Я дома закрылся, набрал продукты, и никуда не выходил. Я не знаю целую неделю, что творится вообще в городе. Как так? А у вас нету телевизора, радио? Даже... Все есть, я просто все выключил. Просто ушел, прочитал загул. В данное время то, что, честно говоря, о том, что не знал, меня просто познали. Инспекторы познали о том, что, нельзя, оказывается, без маски выходить. Я об этом не знал. Вы сейчас пишете объяснительное? Да. Получилось так, что нужно было... Мне сходить в аптеку за лекарствами, и я в курсе происходящих дел с вирусом. У меня такое состояние, что иногда высыпает аллергия, иногда бывает, что воздуха не хватает. Я ходил в аптеку. Чтобы эту маску одевали сейчас, у нас много вирусов на улице для своего безопасности, для своей семьи. Сотрудники Главного управления внутренних дел выявили 101 факт несоблюдения карантинного режима. Уважаемые ташкентцы и гости столицы, призываем вас неукоснительно соблюдать правила карантина. Оставайтесь дома, выходите на улицу, надев маску только за лекарственными препаратами и за покупками продовольствия. Эффективность борьбы с коронавирусной инфекцией во многом зависит от нашей с вами сознательности. Спасибо. Любезный гражданин, берегите себя.